Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, это свободный режим сегодня. Я играю в такой режим. Просто так решился. Постройте амбар, сэр. Так, амбар у нас будет здесь. Люди приходят в замок. Друзья, сегодня эта серия, конечно, такая будет одна, такая длинная. Хочу сказать, ребята, большое спасибо, что вы посмотрели с предыдущей там игры режима по поводу времени государства было. Да, я понимаю, там это у нас там получилось, я сыграл как есть, потому что я никогда не переигрываю, если я записываю прохождение, играю как есть. Ну, если, конечно, можно там переиграть, понятно, но это же стратегия, такая игра. Просто я думал, что я смогу успеть, а получилось так, что облом. Ну, вы меня поняли, к чему я имею в виду. Вот. На всякий случай. Насчет это как его, ребят. Пока что я буду снимать те игры, которые есть. Насчет громкости там шума, конечно, все равно останется. От гимнатурного наушники. Хочу сказать, вы помните такой одну видеоролик, клип, который Юра Сайзычева пела песню о нем. Там, которая отражалась такая видеоролик, что она держала только наушник, и плюс перед ней там был микрофон такой специальный. Это висело. Вот. Я хочу сказать, что именно вот такой микрофон у меня на моем канале. Ну, то есть он будет в дальнейшем. В будущем. Скоро. Ну, конечно, не сразу, конечно. Вот. Ну, все равно скоро, конечно, все увидите в одном, только один такой видеоролик, такой тусовки, живая тусовки. Кстати, насчет живая тусовка 2. Ваша популярность растет. Это как будет? Она у нас будет... Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Две стражи уже будет. Отлично. Так. И пекарь нам мешает. А, не хватает. Все. Так. Хочу сказать, что это, конечно, так просто, ну, там все такое, то, что вы считаете, но это правда, я там скажу, все будет. Ребят, хочу сказать хорошие новости по поводу GTA. Вот, вы помните, который у меня с тех пор еще остался, такой папка, она так всю жизнь останется, но у меня есть хорошие новости, которые вам понравятся. Всего будет 10 сезонов по GTA 5, каждому в сезоне, один то есть сезон, будет по 100 серий, да.
чисто один, что... Так, где у нас... Во, вот это мы построим. Вот здесь два. Вот так. И вот такую надо построить, они дешевле. А, все, где его нету? Ничего страшного. Мы только начали. Ребят, по этой части, конечно, всего будет два. Не так много. Добавка? Неплохо. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Да, я вижу, что они пошли. А что я могу сделать? Так. Вот, ну все равно, конечно, никому не интересно будет, но я стараюсь просто побольше говорить в одной игре просто и все. Но все равно, ребят, те, кто я проходил без микрофона, сами знаете, когда родня здесь, они смотрят телевизор, а я просто выключаю микрофон, я все равно делаю прохождение. Потому что все равно я присутствую. Ну, поэтому таким образом. Скорее всего, после этой игры вы прохождение Hitman. После этого тогда сделаю. После этого мы будем, так сказать, после этого еще несколько игр будет. И одна игра онлайн я попробую запустить, которую с тех пор еще не смог сделать. Только то я имею в виду игра со Steam, которая с тех пор остался. Но, конечно, обязательно вы все это увидите, тогда я буду снимать. Сейчас я уже не смогу правильно произносить. Не то, что не знаю, но... Да. Убирать мусор надо. Так, это у нас рынок. Как раз рынок и нужен. Так, тоже еще. Где-то три небольшие. Сойдет. Так. А, такой уже есть. Так, мы на это сделаем две вот так. Чтобы люди могли правильно питаться. Здесь пшеница и здесь. И вот так. Плюс еще прикрепить. Один. Вот здесь. Можно даже. Даже два можно. Все, порядок. Честно, нужен людей больше. О, какая схватила. Да. Мы постепенно все строим, постепенно расширяемся. В здании нет работников, сэр. Да, потому что одного мы просто наказываем смущенно. Мы стараемся больше вот этот, в смысле, больше убирать мусор, чтобы не умирали людей, они немножко правильно пообеспечили.
Но, как я уже говорил, да, потом будут еще немножко и другие. Пока что я его снимаю. Значит, исторический стой, когда я говорю, что тоже будет, да, но только все будет там, где тогда будет новый компьютер. Вот на этот глоток наушников вы помните, что у меня падает. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Лишнее шума было, тогда я снимал, помните, да? Но все равно, конечно, не то, что я не смогу, мне не трудно. Я сделаю, сделаю. Так, они у нас, я думаю, вот так, так, все, порядок, обеспечили все, люди будут у нас работать, у нас будет веселиться, сейчас, конечно, минус падает по одной причине из-за состояния, Владство, все такое. Костер нет уж. Я же не настолько злодей, чтобы казнить людей. Понимаю, но... А мы попробуем как-нибудь по-другому решить проблему. Правда? Так, у нас камней нет. Сейчас купим. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Мы теряем немного денег, мой лорд. Небольшое жалование. Неплохо. Вот такой большой, да? Палата леди. Да, все плохо и плохо стало. Людей не хватает, я понял. Там волки там. Моих людей убивают. На лорда напали! Ага, напали. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость.
будет знать, как нападать на моих крестьянин, моих людей. Чёрт, волки. Они ему еще остались. Среди крестьян начался мор. Понимаю. Так, это у нас что? А! Даже можно воду сделать. Для этого нужно... А, все. Наша казна пустеет. Нет налогов, это приятно. Отдали там типа все деньги им, а теперь немножко подорожало. А это у нас сначала подкопа. Понятно. Нам нужна река. И мостик мы построим заодно. Ну вот, мой лорд, теперь вас уважают еще больше, так как ваши крестьяне хорошо питаются. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. Ну, то, что я там говорил, действительно так и есть. Так, ну что ж, я буду эту серию заканчивать. Следующую серию мы продолжим с того же места. Это всего лишь свободный режим. Немножко тяжело, конечно. За то, что там надо придется немного строить, вот эти как выкопать ямы. Не понял. Чего волк его напал? Я только что все слышал. Опять. Ну иди сюда, пройди. Я даже не заметил, как он там оказался. Вот, погоди. На лорда напали! Вот сколько волков-то бегут, а? Убейте свою корову с дороги. Пожалуйста. Надеюсь, все в порядке на этот раз. На этот раз, да. Ну что ж, уважаемые друзья, всем спасибо. Пишите.
Ждите следующую часть по этой же игре. Режим выживания. То есть, свободный режим, точнее. Но это то же самое, что и выживание. Всем спасибо, всем пока.